Слушай, давай сегодня поговорим о депрессиях. Давай. Интересная тема. Тема очень интересная, тема медицинская. Ее очень любят обсуждать врачи, психиатры, психотерапевты. Они все очень важные. Да. Мы на их фоне абсолютно необразованные, хотя мы, я считаю, мы очень даже нормально образованные. Вот, но как же, мы же не спешили одеть халат. Кто первый халат одел, тот и доктор, да? И мы не решаем вопросы психического здоровья людей с помощью лекарственных препаратов. Но вот последняя наша работа и работа как раз с несколькими людьми по вопросам депрессии, депрессивных расстройств, она однотипная. Грубо говоря, вот человек живет и чего-то там себе в голове думает. Он раздувает свое эго и считает, что вот он это сделает, он этого достигнет, он будет молодец, и весь мир будет ему аплодировать. Вот я рожу ребенка. И акцент именно, что весь мир будет аплодировать. Да, весь мир. То есть я на сцене, я это делаю не для себя, а для них. Да, да. Я рожу ребенка, и мне будет аплодировать весь мир. Или я выстраиваю карьеру, достигаю вот этой должности, и мне все аплодируют, говорят, какая ты молодец. Или вот тоже вариант, я выхожу замуж, и вот свадьба, все прекрасно, а потом после свадьбы херяк, депрессия. Да. Почему? Потому что человек делает нечто для других. Он это делает не из своего интереса. Угу. Он наружу это на показ делает. И он себе устанавливает планку. Смотри, какой я. Да. Он устраивает погорелый театр. Даже мамы, женщины, которые рожают ребенка, вот, казалось бы, родила ребенка счастливая, то же самое, в депрессию впадают. Почему? Потому что я же подвиг совершила. Я подвиг совершила, я родила ребенка. И в голове нет понимания, что это нормально. Нормально рожать детей. Нормально достигать успеха в бизнесе. Нормально выходить замуж. Нормально. Но человек ждет вот этих вот оваций, аплодисментов от мира. И не получает, И у человека не выстроены дальше цели. Он не знает, зачем жить дальше. То есть вот в этот момент, когда ты достиг чего-то, да, вот ты уже на сцене и ждешь оваций, а в это время эти овации могли пройти весьма затухшими. Ну, в виде там небольшой премии или еще чего-то, или просто сказали, молодец. И эти ожидания, и подарили цветы. Их и ожидания твои не случились, да, они не соответствуют тому, что ты надул у себя в голове. И что тогда делает человек глупый? Именно глупый. Потому что здесь про отсутствие интеллекта. Он ложится и начинает страдать. Вот его этот пузырь эго начинает сдуваться. И этот пузырь эго обеспечивает его пустотой. У него внутри пусто. Я делать ничего не могу. Я не могу играть со своим ребенком. Я не могу играть со своим мужем. Грубо говоря, умирать тоже на публику. И он умирает на публику. Артист погорелого театра. И что делает при этом медицина? Ой, у вас начинается такое заболевание. И начинает пихать его химией. Поиграем. Поиграем. И раздувается игра. Он начинает жрать таблетки. Они бьют ему по внутренним органам. И тогда тело включается и говорит, мало того, что ты мне загнал в состояние полного навоза, так ты еще накидал сверху навозика химического. Ну так давай сдохнем. И в итоге тело начинает выключаться. И идет уже физический распад. То есть после психического распада пошел физический распад. И когда я смотрю на заболевание, как на депрессию, я понимаю, что это просто тупо лень, ложь и отсутствие интеллекта. Точно. Поэтому, да, и отсутствие интеллекта. Поэтому и лень, ложь и отсутствие интеллекта. Троечка. Троечка. Ну вот возьми последний пример, с которым ты работала. Да. Мать в депрессии, она родила ребенка. Казалось бы, это же должно быть праздник, да? Ну то есть она родила ребенка, это у нее, она есть чем заниматься, это столько любви, да? Заметь, здорового ребенка здорового, она родила, не больного. Здорового. И она вдруг впадает в депрессию. О чем это? О чем? Так смотри, какая депрессия. Первый ребенок нуждается в матери. Его только включили, у него только включилось сознание. Ему вместо агрессии, ему нужна мать. Ему надо тепло, ему надо занятие, ему надо любовь, ему надо сердце матери. Вместо этого я не могу ее обнять, я не могу с ней заниматься. Вот не могу, меня и все, я лежу, я ленивая, сру под себя. А потом, зачем мне ребенок-аутист? Так у тебя и второй аутист там будет. Второй в это время, когда ты в депрессии, потому что тебе не поаплодировали,
потому что тебя муж не носит на руках от кухни до кровати. Я родила здорового ребенка, да, и несчастна. А тут я это, да. И я несчастна. И в это время этот здоровый ребенок копирует это больное психическое состояние. В это же время идет основная загрузка информации. Конечно. Он только родился. К тебе свет пришел, к тебе спаситель пришел. Он тебя достает из говна, вместо этого мама, а ты на него срешь. Мало того, Наташа, а в это время мама черная дыра, прикинь, вакуум. А к ней спаситель пришел. Что вакуум сделает? И проглотила. И потом, а почему у меня и второй психический болен? Да. Да ты была больна. Да. Потому что ты улеглась на диван, ленивая и лживая свинья. По-другому не назовешь, потому что ты сейчас гадишь на своих детей. Ты гадишь на своих родителей, ты гадишь на своего мужа. Вместо того, чтобы задуматься на одно мгновение задуматься, что я делаю. И посмотреть, сменить восприятие и посмотреть. Я родила здоровое счастье. Ко мне пришел свет. Посмотреть на небо. Счастье, я жива после... Я прошла эти все процедуры, они были опасны для жизни. Я жива. Посмотреть на то, что весна идет, классно. Вдохнуть, выдохнуть, человечек. Убрать все эти лекарства. Посмотреть в глаза своему здоровому человечку и сказать ему, я люблю тебя, я благодарю тебя. Я благодарю тебя, сказать матери, которая в это время помогает. Я благодарю тебя, сказать мужу, который дал тебе второй шанс на спасение твоей души. Потому что первый шанс ты не использовала, ты засрала его точно так же и сделала из него больного ребенка. И сейчас ты хочешь со вторым так же поступить. Где разум? А разума там, нет. По-моему, даже третий ребенок. Может, и третий. Там старшая в депрессии, я так поняла. Где разум? Где разум? Нету заболевания депрессия. Заболевание депрессия – это заболевание «я обосралась и не хочу мыться». Я лгу себе, потому что я ленивая. Я сама себе создала иллюзорный мир, придуманный, и я недовольна, что я его не получила. А зачем ты иллюзию создавала? Это отрыв от реальности. Это отрыв. И это опять-таки... Это безделие. Да, и опять-таки с ответственностью. Смотри, по сути своей, мама родила ребенка и в депрессию. Это о чем говорит? Что рожала она для себя разве? То есть она вот осознанно, с ответственностью подошла к этому. Для родителей, для мужа. Для опять звезда кардебалета. Да. Вот театр. Артистка погорелого театра. Так возьми, любой артист погорелого театра. Я замуж вышла за него, и после свадьбы депрессия. Угу. Ты для кого замуж выходила? Для своих родителей замуж выходила, чтобы в депрессии находиться? Угу. Ты кому это делала? Ну, тебе поаплодировали на сцене. Все, ты уже в белом платье прокрутилась. Звездой, ты побыла звездой. Все, тебе уже отаплодировали. И? А дальше? А дальше депрессия. На завтра не аплодируют, на послезавтра не аплодируют и денег не дарят. И понеслась. Я депрессивная, я лежу, я уже не могу. И мужчина скачет вокруг нее. Я буду там 2 года ее выводить из депрессии там, и так далее, и так далее. Таким образом она получает внимание. На самом деле она ленивая и лживая свинья. Паразит. Паразит. И вот самое интересное, что во время Великой Отечественной войны не было депрессии. И в концлагерях не было депрессии. А некогда было депрессовать. И если смотреть вот раньше, вообще такого заболевания депрессии не было. Потому что было. Человеку надо было садить, пахать, растить, растить поесть, растить детей и так далее. Он был занят делом, он был в реальной жизни. Да. Ему это некогда было уходить в мир своих иллюзий и фантазий. Ему надо было работать. А если он был трутнем, он умирал. Так зачем содержать трутня, если он уже изначально паразитарно идет? Поэтому и жили долго. Поэтому и жили долго. И точно так же, если муж, видя депрессивную жену, просто, ну, хочешь быть в депрессии, вот тебе, снимаю квартиру, лежи. Угу. И пускай лежит. На третий день поднимется, жрать пойдет искать. Угу. А знаешь, что скажет? Ах, какой. Какой он оставил жену бессердечный. Молодец. Молодец, умничка. Аплодисменты. Это действительно была бы любовь. Вот настоящая, когда ты, зная эту ситуацию, оставил. Поболей. Поболей. Очень быстро депрессия пройдет, потому что надо двигаться. И точно так же людей отправляют в психическую больницу. Ой, там же психиатр поможет, таблеточки выпишет и так далее. Я в последнее вот время смотрю за людьми, люди в психиатрическую больницу, я бы их уже делала платными. Они едут как в санаторий. У человека говоришь, вот-вот-вот решение проблемы. Человек говорит, ну так это ж надо что-то делать. А так, зачем ходить на работу? Зачем? Зачем? Направление, и я полежу 2 месяца. Выгодно. Меня будут кормить, поить, и все вот прекрасно. Вот она, ложь, лень и безответственность. И безответственность. И я когда смотрю, я психиатрию делала бы платной полностью 100%.
потому что у человека раздувается вторичная выгода и культивируется лень. Человек превращается в свинью. Именно этот образ подходит лучше всего. Он продолжает гадить свою психику, он за собой не убирает, он не смотрит, как он проявляет эмоции, он вообще не следит за состояниями, он не развивается, он деградирует. И он, дабы покрыть свою деградацию, он прикрывает это красивым заболеванием с красивым названием депрессия. И причины найдет. И причины найдет. То есть доказать, что у меня положение мое действительно... И врачи правильно распишут, что тело, идут химические процессы в теле, идут гормональные процессы. Все правильно, ребята, тело вторично будет отрабатывать психику. Первична психика и первичен спусковой механизм – лень и ложь. И правильно, где-то когда-то раньше мне такое чувство, что было. Если человек... Вот мне такое есть какое-то... Что-то было такое... Хочет покончить жизнь самоубийством, ложит веревку и мыло. И уходит. И уходит. Вот это так правильно. Понимаешь, вот у человека будет шок. Выбор, пожалуйста. Или ты уже доходишь до этого. Ну, либо приходишь в себя. Либо ты берешь ответственность за свою жизнь, либо ты не берешь. На самом деле проблема нашего общества и рост депрессий на этом фоне, она связана с безответственностью. С человека полностью снята ответственность за его жизнь. Ответственность снята вот с того момента, как вынесен Бог наружу. Бог где-то, это Он судит и карает. И инкарнационный цикл обрезан, мы живем один день. У нас нет ночей. У человека вообще нет вариантов пробуждения. У него есть только вариант гипноза, засыпания. Да, круг. Круг. И циклическая ошибка получается. И каждый раз человек все больше выносит ответственность, все больше выносит себя наружу, и все меньше человека дома остается. Вот и рост психических заболеваний, вот неценность жизни как таковой. Вот лень, вот ложь. Это все смешивается в одну кучу на самом деле. Спусковая точка – это безответственность, это вынос Бога из себя. Это самый большой ключ. Если посмотреть сейчас, как у нас общество отвечает само за себя, за здоровье отвечают врачи, за безопасность отвечает ГАИ, МВД, государство, за рабочие места отвечает работодатель, за пенсию отвечает наниматель, за... А где человек? А где нету? Но претензий от этого человека будет столько. 100% идут одни претензии. Недовольство, говно. Он все время в говне, он все время в недовольстве. Не хочет лениться, лжет, ленится и не хочет брать ответственность. И ты говоришь, спусковой точкой вынос Бога, и вторая точка – убери вчера и убери завтра. Как мы говорим, да, прошлое и будущее. Оставь убери здесь сейчас. Оставь здесь, все, и вынос Бога, все. Некуда двигаться, и сидит в одной точке. В одной точке сидит, в говне сидит. Да. Если, вот даже просто, когда у человека, вот он уже осознал, убрали прошлое и будущее, просто вот момент здесь и сейчас, я сижу вот в этой комнате, и... Я себя там дискомфортно чувствую. Что мне мешает чувствовать нормально? Если у меня есть разум, да, если у меня хотя бы интеллект включен, да, хотя бы чуть-чуть подключен, чуть-чуть мозг зашевелилась, первая извилина. Вот что мне делать? И тут же возникнет план. Есть, надо сходить покушать, можно убрать, можно нарисовать, можно создать. Главное двигаться. Но для двигаться надо движение, это первое. А второе, для движения нужен ресурс. И становится очевидным, что ресурса в состояниях злости, агрессии, вины, обиды, выноса ответственности не бывает ресурса. Это опустошение, это высасывает из тебя, жизнь высасывает. И тогда что? И тогда благодарность. Блин, как круто, я имею эту комнату, я имею этот диван, я имею тело, я имею жизнь. Я благодарен себе за то, что я имею жизнь. Фух, ресурс пошел. Уже есть ресурс встать и двигаться. Только благодарность себе. Еще мы не рассматриваем дальше. А если ты подумал о том же враче, о, спасибо врачу, он вчера сказал мне доброе слово. О, спасибо матери, она меня поддержала, она приехала понянчить моего ребенка. Спасибо мужу, он встретил меня из роддома. Он создал мне этого ребенка. Еще один больной ребенок. Спасибо моей дочери за то, что она есть в моей жизни, за то, что она мне подсветила, какая я пустая внутри. И как я далеко ушла от себя. И она мне сейчас помогает вернуться. Спасибо, спасибо, спасибо. И так благодарность потянулась. Ресурс пошел. Уже можно жить. Уже есть ресурс. Ты ощущаешь, ты не беден, ты богат. У тебя есть день.
у тебя есть жизнь, и ты можешь быть счастлив. И только ты определяешь, можешь ты быть счастлив, или ты будешь лежать в говне, срать под себя и хрюкать. Я ленивая и лживая свинья. Мне плохо. Мне плохо, я в депрессии. Депрессия – это равно я ленивая и лживая свинья. И это, пускай этому человеку на стенку повесят. Я безответственный. Вот с этого начинается депрессия. Я вынес себя в социум. И по-другому не будет. И когда люди честно начнут об этом говорить, вместо того, чтобы продавать им таблетки, таблетки не лечат душу. Они запускают разрушительные химические процессы в теле. Угу. И тогда при перезагрузке человек уходит в новый день, в новом теле. Химия разрушила тело, умер. У него была такая жуткая депрессия. Угу. Потом развилась онкология на этой фоне. А что еще должно было развиться? Угу. Тело ж утекает, надо причина, по которой оно утекло. Инфаркт, инсульт, онкология – это самые быстрые и самые классные процессы. А сейчас ковид на это очень хорошо еще работает. Депрессия, на тебе ковид. И выбери, все, ты да. туда или туда. Да. Вы живете или вы уходите? Как в «Мире мертвых», кстати, мне вот этот процесс очень сильно наглядно подсветил «Мир мертвых», когда у тебя есть момент, именно момент. Если здесь в жизни нам кажется этот момент бесконечный, момент жизни, да, то там он, вот это одно мгновение, ты уходишь или ты остаешься? Решай. И это решение односекундное. И если ты остаешься, то твое тело здесь фух, и сожмется, и ты утечешь. И какая будет причина, онкология или чувство? А оно уже, без разницы. Все, уже все, решение принято. Да. Механизм запущен. Там просто это работает молниеносно. А здесь оно получается медленно. Но при этом жизнь там течет медленно. Да, а здесь? А решение здесь медленное. Да? Да, то есть... Вот оно, парадоксальность, вот это с миром мертвым, переотражение. Да? И получается, что когда вдруг осознаешь, что вот твое решение здесь выбора, так ты там или ты тут? И оно одномоментно, и тогда ценность жизни другая. Угу. Тогда становится очевидным, блин, я профукиваю свою жизнь здесь. Я, оттягивая решение жить в кайфе и в счастье, не беря его в этот момент на себя, я лишаю себя жизни. А там бы ты все, ты на самом деле там, если ты не принимаешь решение, ты лишаешь себя жизни здесь. Да. Просто ты здесь этого не видишь, не соображаешь, не понимаешь. У тебя нет опыта проживания этих состояний. Один раз прожив, и для тебя ценность жизни возрастает в разы. Ты счастлив, что ты имеешь это тело. Потому что ты понимаешь, только из этой реальности, из этого тела ты можешь проявить все. То, у тебя да, нет ограничений. Все. Ты Бог. Только в этом теле. Только. И не где-то там. И тогда когда-то. Срать в это тело, лежать, хрюкать, я ленивая, лживая свинья. Да блин, не... да дура. Бессмысленно, наоборот, двигайся, столько интересного в мире. Столько, ты можешь себя так развить и в этом, и в этом, и в этом. И не надо говорить, что нету денег, и я не могу. Смешно, просто смешно. Смешно. Двигайся. Как только ты начинаешь двигаться, особенно тебя зажигает интерес, да. Все, деньги уже идут за тобой всегда. Да. Да, так они всегда идут там, где... А интересно. Человек все время идет за деньгами, как осел за морковкой. И все, и поэтому не интересно. Поэтому и не имеет, и не интересно. Да. Поменяны приоритеты местами. Вместо того, чтобы вот в этом зеркальном тоннеле видеть вот реальный проход, получу, да, он идет и бьется башкой в зеркала. Смотри, идя за своим интересом, да, вот внимание, ты идешь идут за ниточкой с клубочком. Да. А человек как? Разворачивается к деньгам. И за деньгами, да? И тогда куда а твой интерес? Сзади. Все. Все. Интереса нет, ты пошел туда, ты уходишь от себя. И это на самом деле настолько очевидные вещи мы сейчас проговариваем. Угу. Более того, мы проговариваем грубыми словами, но очень честными словами. Да. И да. я знаю, что под нашим подкастом психиатры и психотерапевты могут писать любую чушь, могут раскладывать любые химические процессы и продавать любые химические таблетки. Нет ни одной таблетки, которая лечит психику. Ни одной таблетки нету, которая лечит психику. Ни одной. Потому что любая химия материального мира, она противоречит сути человека, сути Бога. Она может только разрушать, она не может там создать ничего. И восстановить ничего она не может. И это, ну блин, вот когда человека учишь и показываешь, вот смотри, человек это просто знает. А когда мы говорим, человек говорит, а докажите. А какую доказательную базу привести? Здесь можно только человека отвести туда и сказать, смотри.
Ну, опять-таки, ты что, не видишь лекарства? Ты не можешь прочитать их состав. Прочитать, как они влияют. Ну, даже в этом, смотри, интеллект. Даже в этом. Да. Посмотреть, что взять будет на тебя влиять. На себя, да? Нет. Свято верят. Свято верят, что сказано, то и это. И заметь, сами врачи свято верят, когда да, это делают. Да, да. То есть они не делают, не причиняют вред человеку умышленно, да? Нет, конечно. По сути дела, даже не, одно дело причиняют вред, другое дело обманывают человека, да? Угу. А они делают человека удобным социуму. То есть что делает медицина в этом случае? Вот, грубо говоря, человек не берет ответственность за свою жизнь, не убирает за собой, гадит под себя и лежит в этом навозе и хрюкает. И говорит, угу, я ленивая, лживая свинья, да? Вот у меня депрессивное расстройство. Угу. И что делает медицина? Она просто эту свинью отодвигает в угол, чтобы она не мешала другим. Угу. Чтобы ее не нюхали. То есть она это водит в уголок и говорит, вот этот уголок мы здесь засираем. Ну, для этого и психиатрическая больница, и уже человек рад, что я туда тоже поеду и там нагажу. И, по сути дела, роль медицины – это сделать уголок для свиньи. И пускай она там лежит и помирает. Вот это делают медпрепараты. Угу. То есть они дают адаптацию человека в социуме. Делают его удобным относительно социума. Создают иллюзию выхода из депрессии. Угу. Прокладывают путь, когда человек... наконец-то включит мозг, угу, и будет вылазить. Но, как правило, он вылазит не за счет таблеток, а за счет близких людей. На этого человека уже играет муж, родители, дети. Все обслуживают, все крутятся. И все потом гордо аплодируют. Она же вышла из депрессии. Она такая молодец. Она в конце получила свои аплодисменты. Блин. Артистка погорелого театра разрушила свое тело, причинила вред психике. Конкретно. Не умеющая ценить ничего, что имеет, потому что не ценит. Не ценит ни жизнь, ни детей, ни родителей. Обесценила их всех. И ей все дружно похлопали. Да. А осознание не наступило. А что значит, когда осознание не наступило? Это значит, это процесс, повторяемый во времени и в следующей жизни. То есть у человека есть опыт, когда он может этим манипулировать. Угу. И он дальше этим будет пользоваться. Потому что он это умеет, а другому он это уже умеет. Да. Потому что, вот, например, человек, который там ездит на автомобиле и так далее, попасть к психиатру, да, угу, особенно в нашей стране, тебя просто права отзывают, и все, и ты привет, да? А уже человек, когда этих прав не имеет, он уже у психиатра бывает регулярно, все. Для него это норма. Играем. Вот она. И выбирает это. И выбирает навоз. А тебе, ты Бог, тебе дана жизнь. И угу, ты ее бесценил. Угу. А всего лишь это о низком уровне интеллекта. И это еще со второй стороны посмотреть. Это о том, что социум не хочет вообще развивать индивидуальность в человеке. Социум не нужен индивидуум. Не заинтересован даже. Не заинтересован, да. Социум заинтересован напичкать, продать таблетки, создать игру, в которой ты будешь смертен и уйдешь отсюда. Быстро. Да, 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 да. И... коллективная на это настроена, это игра. И заинтересован в том, чтобы максимально сделать автомат из тебя автомата. Да. Чтобы ты полностью работал как механизм, деталька к детальке. Не думающий. Не думающий, просто работал. И... смотри, тоже сторона социума – это то, вот за что ругают нас. Мы просто лупим правду матку в глаза, угу, не сильно задумываясь даже в выражениях. Угу. Очевидные вещи. Очевидные мы лупим, вещи говорим за вслух. Это... Угу. За это мы пожинаем то, что там иногда тухлыми яйцами в нас кидаются. Угу. Человек не привык слышать правду. Угу. Человек изначально провоцирует других на ложь. То есть он лжет, да, и он провоцирует игру «сыграйте со мной в мою ложь». Угу. И ему начинают говорить, ну как ты человеку возьмешь и напрямую в глаза такое скажешь? Никто в глаза не говорит. И все начинают играть в ложь. В ложь. А если ты говоришь в глаза, ты сумасшедший. Так кто сумасшедший? Тот, кто в ложь угу, играет? Или тот, кто говорит, слышь, очнись, что ты делаешь? У тебя вообще разум есть? Угу. Вот оно. Тут, и до да, тех пор, пока в социуме не будет человеку возвращена ответственность за его жизнь,
развития не будет, будет только деградация. И будет рост заболеваний, причем разного букета заболеваний. И будет нагрузка на государство, в том числе налоговая нагрузка. И будут приходить эпидемии, пандемии, все что угодно для того, чтобы зачистить вот эту массу, которая уже не способна вообще включиться и отвечать за себя. Она зачищается оптом тогда через вот такие вот приходы пандемии. Оптом, именно ты правильно говоришь. Именно, и это защищается масса. Деле, да, да. Масса, которая уже потеряла индивидуальность. Именно. Как бы грубо это ни звучало. Да. Как же больно. Мой же мать или отец были индивидуальностью. Понимаю, ребята, сама потеряла близкого человека. Но говорю это из того, что видим. Суть ушла у человека. Индивидуальность потеряна. И приходит пандемия для того, чтобы помочь сохранить индивидуальность. Иначе она будет полностью размазана по коллективному. Не останется человека. Это последний шанс на спасение. И тогда через инкарнацию. Пандемия – это как по парадоксу. Спасение. Спасение. И ей уже благодарность за это. Угу. Поэтому она под себя подминала больных, депрессивных и так далее. Конечно. И когда рассказывают, он там ценил жизнь, он любил жизнь и так далее. Давайте честно посмотрим. Угу. Кто любил жизнь, кто рожал для себя, кто делал для себя, кто создавал для себя, кто выходил замуж для себя, для кого это делалось? Да, на самом деле это так. Если ты рожаешь детей для мужа, то тебе легко уйти в депрессию или в инкарнацию, или еще куда-то, потому что ты выполнила свое, все, ты для него это делал. А если для себя, ты будешь цепляться за жизнь до последнего. Точно. Потому Точно. Что ты все делаешь для себя. Для себя. Тебе интересно, ты для себя, ты вперед, ты движешься. Как только для кого-то все. Если бы Марисе... Сразу время возникает, кстати, ограниченное. Время. Как только для кого-то сразу... Да, ограничение времени. Если бы Марисев выживал для кого-то, я выживу, чтобы доказать товарищу Сталину. Он бы не выжил, он погиб. Покойник. Но он полз, потому что он любил жизнь, он полз для себя. Он полз, потому что он хотел летать, он хотел быть полноценным. Ему он хотел это было ходить, интересно, ему было его интересно. Эта жизнь была в этом. Да. Поэтому он все делал для себя. И при этом тогда он проявлялся в социуме, светил и делал для других. Угу. Как отражение для других. Для других это всегда отражение, угу. Но первично для себя. Для себя первично, а для других это отражение. И когда для себя не может быть депрессии в принципе. Нереально. Нереально. Потому что ты дома, у тебя есть интерес жить, у тебя есть интерес творить, проявляться, у тебя есть интерес и благодарность к своему телу, и тут же она отражается в благодарность родным, близким, в интерес общения, в интерес, и через благодарность пошли складываться пазлы. Все. У тебя глазки загорелись, и ты пум-пум-пум-пум-пум, как ребенок, да? Потому что солгать самому себе, да? Ты же видишь, если у тебя разум включен, ты видишь, что ты себе врешь. Угу. И ты не будешь себе врать, если ты дома, если это ты, да? Ну да. И на самом деле человеку, вот даже если прислушается к себе и услышит ложь, да, ну действительно, действительно есть ложь, но при этом может сказать тоже, ну а как еще сказать? А вот как ты сделаешь без этого? Я ж не могу. То есть страх. Страх проявить свою силу. То есть, смотри, страх быть в позиции сильной, смело сказать то, что видит, или то, что в его жизни происходит, посмотреть себе в глаза, да? Страшно. Смотри, допустим, сказать страшно человеку, ну, то есть, неудобно же сказать человеку так, как говорим мы. А почему? Потому что, знает человек этот, это отражение его, да? И это зеркало отразит ему его же страх, вот этот, его больно будет, будет больно, и поэтому вот этот страх не дает. Ну вот смотри, правду. При этом и сегодняшняя твоя история, ты могла с человеком не быть искренней, да? Вообще могла не задавать вопрос. Да, 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 да. Но при этом... Мне стало просто самой интересно, да, вот просто самой интересно, и задала вопрос. Ну вот смотри, ты же честно сказала человеку в глаза, и ты не побоялась сказать в глаза. Да, 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 да. Рассказать историю? Ну, конечно. Ну да, мне просто стало интересно на самом деле, что я знаю, что вот человек, с которым я общаюсь, она развелась, в разводе находится, лет 6 в разводе. И я задала вопрос, а как муж?
твой, да, она сейчас одна, все, у нее двое детей, как твой муж? Она говорит, а у него все хорошо, он через 2 года женился, и вот он уже 4 года в браке, и дети есть, и все хорошо. Я говорю, хочешь, скажу правду? Будет больно. Говорю, да. Я говорю, ты паразит. Ты была в отношениях паразит. У человека был шок сразу. Но я ей объяснила, говорю. Она говорит, а почему? Я говорю, потому что смотри, когда люди расходятся, сразу видно, кто был в отношениях паразит. Смотри, у мужа сложилась жизнь, у него все хорошо. У тебя до сих пор еще нет пары, но не в этом суть. Просто ты была в отношениях полностью, перенеся ответственность, вынеся ответственность на все, на мужа, там, на семью, на что угодно, на его родителей, на своих родителей. Она говорит, да, на самом деле. Говорит, если бы я с ним осталась, я бы сейчас сидела бы, щелкала бы семечки. А так приходится работать. И она такая молодец. На самом деле она сейчас, во-первых, она не ныла никогда. То есть она сразу пошла вверх. Видишь, развод пошел во благо. И вот когда мы говорим, вот она расцвела благодаря разводу. Так вот надо поблагодарить на самом деле мужа или там жену, да, что у тебя твой человек показал тебе таким способом, он освободил тебя и сказал, иди с паразита, развивайся. И у нее сейчас в жизни тоже очень все хорошо, все складывается идеально. Но при этом она 6 лет вкалывала. Да. А да. Тогда она ехала на нем. Да, ехала. И помню. Была неблагодарна. Да, и она в этом согласилась, видишь. Вот это было, конечно, для меня так сразу яблочко. Ну смотри, и тоже ты же прямо говорила, да, человеку. Вообще, да, у нас очень мало контактов таких личных. Но ты прямо человеку сказала, да, человек услышал, да? Да. А смотри, тот же самый врач, психолог, психотерапевт. Молодец, молодец, по голове загладил, загладил. А то, что подожди, дорогая, а ты как там проявлялась? Угу. А если бы в момент развода вот человеку точно так же сказал, смотри, вот ты же здесь проявляешься как паразит, научись благодарить мужа, а может, развода бы не было. Угу. И может быть, жизнь бы по-другому сложилась. И не надо было бы заходить на второй круг. Угу. Вот она правда. Когда ты говоришь человеку правду, ты через правду даешь ему шанс исправить ошибку и стать другим. И человек может в любой момент изменить свою жизнь 100%, стать другим 100%. И не страдать. И не страдать. Просто выключить это страдание. И не идти по замкнутому кругу. И вот точно так же о депрессиях надо говорить правду. Надо говорить человеку правду. Кстати, насчет мылой веревки, я даже где-то на Ютубе манипуляцию на эту тему читала, и тут же нарисовался человек, который: ой, нет, вам срочно надо к психиатру бежать и так далее. Мыло и веревку. Нет, зайдет на следующий круг, ничего страшного, все равно будет день. И это настолько. Но так, человек научится мозг ценить жизнь. Либо станет на место. Либо не станет. Либо этот мозг, извините, он и не нужен был этому человеку. И жизнь ему не нужна. Зачем бороться? Да. Вот он, естественный отбор. Человек должен принимать решение за свою жизнь сам. Ответственность надо вернуть на человека в любой момент. Как только человеку вернуть ответственность, болеть будут сразу на 50% меньше людей. Сразу. Вот только ответственность возвращается. А потом уже лень, ложь и все остальное, остальные 50% укомплектуются. Угу, угу. А так вот эти, ой, ты бедный, несчастный, размазывается в игру на года и еще больше расширяется. И растет и страдают общество же все инвалидов. Да, да. Растет общество инвалидов. Направление игры деградация. В сторону. Деградация. Направление в другую сторону. Развернутый не на развитие, а на деградацию. Потому что нет ответственности. Угу. Никого нет дома. Русский язык, великий язык, четко показывает. Все ушли на фронт. Да.